Со сцены областной филармонии льются песни, в которых звучит сама история. В чем секрет воздействия этих композиций на души слушателей? У каждого из участников проекта «Бессмертные песни о войне» ответ на этот вопрос свой. Они очень лиричные, они очень душевные, они пропитаны любовью, они пропитаны болью народа, да, к этой великой трагедии, к этой великой беде и к этой великой победе, которую одержал наш народ в этой великой войне. Этот во многом уникальный проект родился 3 года назад. Благодаря ему на одной сцене вместе с академическим симфоническим оркестром и солистами Самарской филармонии имеют возможность выступить самодеятельные артисты, победители конкурса на лучшее исполнение песен о войне, которые по праву можно назвать народными. Все желающие могут прийти к нам и стать участником кастинга, конкурса. И если они, у них хорошо получается это, они могут петь. Поэтому мы исполняем эти песни, далеко не все артисты профессионалы. В кастинге приняли участие жители разных городов, разных поколений и профессий, но всех их объединила любовь к своей родине, ее истории и культуре, ее гениальным военным песням. Эти песни мы поем всей семьей и ходим на бессмертный полк. И сегодня пришли услышать любимые песни, одну из них из моих любимых песен «Журавли». «Журавли», «Темная ночь», «Землянка», «Катюша» – это далеко не полный список мелодий, которые прозвучали со сцены областной филармонии. И пусть кому-то из конкурсантов не хватало профессионального образования, это с лихвой искупалось искренностью и душевностью исполнения, что в искусстве не менее важно, чем талант. Владислав Жирнов, Сергей Александров, «Новости губернии».